Вижу, что Света смотрит. Да, я Ну, смотрю, пока, тут да? вопрос, прежде чем перейти на автономию, нужно очистить внутреннюю среду организма. Но я не совсем поняла вопрос, что такое внутренняя среда организма. Но вообще, когда вы будете переходить на автономию, вы же не сразу же будете переходить на автономию, это же постепенный процесс. И вот в этом процессе у вас и будут идти очищения. Вы чем больше будете заходить на сухие дни, тем больше вы будете чувствовать свой организм, ощущать, слышать его. И тогда вы уже будете понимать, что вам нужно почистить, где вам нужно что облегчить, какое-то питание, может быть, какой-то вид спорта добавить, что-то потянуть, может быть. Это уже вы будете, это вам тело будет подсказывать. А сейчас это сложно говорить, я ж не знаю, на каком вы питании, какой у вас образ жизни. Но что-то специально я не чистилась, я не делала.